Так, Джаггеров сверху. Как вариант, можно успеть, наверное, добить, потому что, мне кажется, ему молот накидал неплохо так. Еще и без риста от нашей пушки. Да, шикарненько добиваю, но смогу ли я поиграть на нем? Вот в чем вопрос, да? Времени нету. Я время не знаю. Где мое время, друзья? Подскажите, сколько мне осталось играть на Джаггернауте? Сколько много могу успеть зафармить в этом бою? Друзья, приветствую всех на канале, с вами Immortal Hero. И сегодня на очереди видеоролик, который мы вместе с вами сыграем в специальном режиме, который появился на майские праздники, на этих выходных, который под собой подразумевает соло Джаггернаута, кстати, в котором разработчики решили и отключили те самые дроны. Насколько эффективно в этом формате играть, да и в целом интересно, мы сегодня это вместе с вами выясним. Вы, в свою очередь, не забывайте подобные видеоролики поддерживать пальчиком вверх. Также, если впервые на канале, подписывайтесь и прожимайте колокольчик. Ну и максимально быстренько напомню о том, что на канале проходит розыгрыш по моему личному тегу создателя контента, а именно Immortal. Привязывайте в настройках аккаунта и участвуйте в розыгрыше на большое количество кристалликов, а именно 1,5 миллиона. Ну и помимо кристалликов вместе с вами разыгрываем 10 тысяч танкоинов. Вся подробная информация есть в нашем дискорд сервере, присоединяйтесь и ознакомляйтесь. Ну и также не забывайте заполнить ту самую форму, которая есть в описании под нашим роликом. Я вам, друзья, желаю успехов и побед. Ну и потихонечку, наверное, будем выдвигаться в этот режимчик, потому что хочется наверняка понять, насколько это режим фармовый в данный момент, потому что, ну, без дронов в некотором плане, наверное, Джаггернауте отыгрывать против такого противника гораздо проще. Но последнее обновление, которое в нашу игру внесло некие изменения в случае Джаггернаута режима, а именно командного, когда у тебя овертайв стал накапливаться чуть медленнее. И тем самым нужно понять, насколько в этом режиме этот пункт и параметры возможно изменен в случае как раз таки эффективности. Так, у нас получается карта Йоркшир. Кстати, не видно, сколько мы минут играем. Какой-то баг, видимо, или ошибка, не знаю. Смотрите, сверху нет вовсе никакой информации о том, сколько киллов. Понятно, что по табу можно понять, но по верхней плашке, к сожалению, информация вовсе отсутствует. Голды, по идее, да, в этом форматике повышенные, ребята, и за голдами, кстати, ездят и, видимо, борются. Так, давайте Крусейдер раздамажим. У меня на Крусейдере, по идее, должен быть установлен драйвер, который позволит мне быстрее овердайв накапливать. Ну и в целом, пока что интересно. Интересненько, каким образом Джаггернаут живет и насколько долго. Потому что по очкам вроде как недолго, поскольку нет той игрока на первом месте, который вовсе без смертей. Так, Хантера добиваю, и 76% овердрайва у меня уже имеется. Тем самым близок я к тому, чтобы накопить его и, возможно, зарядить под Джаггернаута, который там, мне кажется, уже еле-еле справляется. Так, ну далекий респ, к сожалению, в таком случае будет добраться непросто, тем более без кризиса. Но будем стараться, будем пробовать реально добираться до Джаггернаута. В моем случае даже, может быть, не стоит обычных игроков пока трогать сильно. Разве что по пути, если там тот же Арс, да, без проблем разобрать. Им Хоппера подамажить тоже без проблем разобрать. Ну и в целом подобная ситуация. Кстати, в группе можно играть и друг дружке помогать. Давайте, наверное, по Джаггернауту таким образом попробую зарядить. Оп, хорошо, 4000 урона. Жалко, не добиваю, потому что мой был бы килл. А он еще и с овердраем. Ого, нифига себе. Но ребята пока держатся достаточно хорошо. То есть парень погиб лишь 3 раза и при этом, ну, наверное, стал лишь только в первый раз Джаггернаутом. По голдам падает прям, ну, неплохо. Честно говоря, ребята тут ловят, наверное, от души. Золотые ящики в центре где-то, наверное. Сбоку контейнер, кстати, падает. Давайте хотя бы попробуем контейнер забрать. Вот таким образом контейнер забираю, неплохо. Мне он, конечно, особо роли не сыграет, но приятно подобный ящик поймать. Тем более в оранжевом освещении я еще имею возможность некую выбить предметы. Так, давайте под Джаггернаута накидываем. Он еще и сводится. Я, конечно, без дронов не могу так долго жить. Тем самым сам Джаггернаут, да, танк в этом режиме достаточно интересен, поскольку реально против противника, который не владеет дронами, будет, возможно, попроще отыгрывать. Так, ну и, к сожалению, погибаю, потому что я решил стартануть именно с ДДшечки, а не ДАшки. И в таком случае просто погибаю от одного выстрела. Так, давайте ДАшку прожмем. У меня 88% овердрайва. Я думаю, что сейчас он быстренько накопится. Но мне бы хотелось Джаггернаута не скинуть, а именно уничтожить. Потому что Сосури я могу скинуть его на край карты. Ну, там, киллзону условную. И тогда я Джаггернаута не получаю. Так, там Скорпиончик пытается. Давайте Сосуричку вот так вот зарядим.
Хорошо, и уничтожай. Шикарненько, то, что мне нужно. И вот теперь попробуем даже вместе с вами пожить. А, оверка по идее должна падать. Я надеюсь, что на этой карте именно на мосту. Так ли это или нет, мы в скором времени узнаем. Но первый танчик я уничтожаю, хорошо. По очкам, конечно, много, наверное, не будет, поскольку противники реально тут уже играют, ребята, на карте длительное время. К сожалению, да, по табу этого не видно, насколько много ребята играют. То есть мы, может быть, тут сыграем буквально 5 минут, а может быть и того меньше. А может быть и больше. В зависимости, насколько ребята это все быстро набивали в плане киллов в этом форматике. Так, раз есть контактик. Так, давайте... Ну, стараться как можно дольше жить. Было бы отличненько, наверное, даже бегать. Потому что, ну, заняв такую позицию в углу, мне кажется, не самый лучший вариант находиться на постоянной основе на ней. То есть нужно постоянно менять как раз-таки направление своего движения. Ну и зону там, где ты находишься. Так, Теслу я раздамажил. Но при этом овердрайв очень долго, друзья, копится. Максимально долго. И мне кажется, в таком случае в этом форматике долго и не прожить. 62 лишь процент. То есть, по идее, как в обычном... В формате командном, только в командном режиме тебе еще и союзники могут помогать. Тут же союзники, к сожалению, видимо, ну не помогут, как ни странно. То есть тебя быстренько уничтожат, и ты отправляешься на РСП. К сожалению. Вот такой формат, в котором реально пока что большого, наверное, в моем случае смысла нет играть. Поскольку нет возможности долго находиться на Джиггернауте и набивать то самое большое количество как киллов, так же и опыта. Ну и по итогу кристалликов в этом... Бою, блин, ну резистов, конечно, от молота понабирали, друзья. 10 штук от молота реально защиты. Это безумно. Давайте по страйкеру понакидываем вот таким образом. Давайте вот таким еще раз добиваем шикарненько. Ну и по смоке. И, ну, я, честно говоря, даже не знаю, сколько мне тут остается времени, чтобы попытаться Джиггернаут еще уничтожить. Потому что таймера нету. Ядерку ребята прожимают вот так вот, наверное, и живут, да? Приходится ядерки реально свои тратить для того, чтобы в этом бою прожить. Вроде как дрон отключили, но при этом Джиггернаут все равно не живет. Так, ну и мне кажется, Джаггер сильно битый. Раз ему там бомбочку уже поставили... Реально, да, добивает, ребята. Не успевает, к сожалению, распануться, чтобы нанести по нему урон. И в итоге отправляет Джиггернаута на РСП. 82% у меня овердрайвика. Сколько играть, опять же, непонятно. Жалко. Возможно, пишите, есть ли у вас такая трудность в этом бою. Специально ли это разработчики сделали или же нет. Наверное, все же что-то недоработали. Так, давайте под Джиггернаута раз. 3000 урона. Как минимум. Но у него резистик, но при этом сосулечка у меня, конечно, есть, которую можно реализовать. Так, Хантер еще раз реализовал. Хорошо. Мне желательно сосулечка именно добить противника, когда у него будет не так много здоровья. Допустим, вот сейчас, по ощущению, может быть, но нет, к сожалению, я даже не попал. К сожалению, с этим овердрайвом у Крусейдера не всегда так просто все дается. Так, ну и Джаггер пока живет. При этом к нему там вроде парочку игроков добиралось. Возможно, даже салют. Не знаю, успели я добраться или нет, но печально, конечно, что овердрайв не копится быстро. Одно, конечно... Условие в плане дронов было отключено, да, в плане параметров как раз-таки. Но этого недостаточно для того, чтобы в этом режимчике комфортно себя чувствовать, играя на таком большом танке, который, ну, разбирает в течение, наверное, 1 минуты. То есть 30 тысяч хп еще, благо, дает возможность немного пожить, но до поры до времени, да. Либо ядеркой придется воспользоваться, либо, возможно, уже как раз-таки погибнуть, к сожалению. То есть оверку, конечно, сегодня не дождешься в таком эпизоде, когда тебя окружают с нескольких сторон. Сколько длится игра, ребята, пишет час, кто-то пишет. Ну вот реально, то есть не видно, сколько даже игра длится в этом режимчике, к сожалению. И непонятно, чего стоит ожидать и насколько много тут еще стоит отыгрывать. Так, 72% Джаггера опять же уничтожает без проблем. Давайте Васпика раздамажу. Вот таким образом шикарно. Поппера можно подамажить. То есть, ну как бы играть как... В ТДМ-ку, точнее в ДМ-ку, да, в которую условно у тебя нету дронов и ты экономишь расходники, наверное, неплохо, неплохой вариант. И голды еще при этом ловить. Но если именно как рассчитывать формат, в котором нужно фармить, да, именно на уровне командного режима Джиггернаут, то нет. Я в этом случае, конечно, бы не стал играть, но тут уже каждый себя выбирает. Как раз таки приоритет. То есть, если мало, возможно, расходников, дронов, поле прокачанных нет, в равных условиях прям покатать возможно от души. Но удовольствие от этого формата лично я, к сожалению, в таком случае не получаю. То есть, нету как раз таки той фармилочки, которую я люблю
ну, на Джиггернауте оформлять, да, играя как раз таки и уничтожая всех подряд на своем пути. Так, но Джайгер там пока что бежит, может быть, хп у него не так много, хотя, мне кажется, по нему мало кто накидывал. Давайте накидаем Рончика, и, к сожалению, меня попросту шотает. Так, ну, по счету 42 килла, ну, по идее, наверное, остается буквально минутка до конца боя, по ощущению, да? Вот сколько мы играем, наверное, да. Если ребята там плюс-минус 2-3 минутки играли, то 1,5-2 минуты максимум сил остается. Давайте сосолечку попробуем зарядить. Хоппера я уничтожаю. Тот самый хоппер, который, мне кажется, да, Джайгера мог уничтожать, но по итогу Скорпиончик добивает. Ну и в итоге Джайгера, наверное, рядом опять же не будет, потому что карта достаточно огромная, на которой можно появиться в любом углу. Двойка хотя бы добиваю, по киллам, конечно, все неплохо летит. Но... не то, что я лично для себя, к сожалению, ожидал, друзья. Заодно поделитесь в комментариях, да? Возможно, кто играет в этом формате, кому зашел формат на уровне демочки и, возможно, ловли голдов. Без лишней траты припасов. При этом экономить достаточно можно много расходников, кто активно играет. Но не мой вариант. Не мой, реально. Вот не мой. Вот не мой и все. Так, Джайгеров сверху. Как вариант, можно успеть, наверное, добить, потому что, мне кажется, ему молот накидал неплохо так. Еще и без риста от нашей пушки. Да, шикарненько добиваю, но смогу ли я поиграть на нем? Вот в чем вопрос, да? Времени нету. Я время не знаю. Где мое время, друзья? Подскажите, сколько мне осталось играть на Джиггернауте? Сколько много могу успеть зафармить в этом бою? Без дронов, конечно, ребята погибают быстрее, да, и тяжелее тебя убить, но этого недостаточно. Такс, Васпику накинули. Даже Васпик живет, нифига себе. Дважды живет, ага, даже так. Так, хоппера было бы отлично добить. И у меня уже, друзья, пол хп остается, попросту. Три игрока заехали на легких корпусах и оставили меня уже, условно говоря, с маленьким количеством здоровья. Так, это мы слили. Еще и поджимает в углу. Ну, надеюсь, что до конца боя мы доживем. Я не знаю, конечно, сколько играть. Но надеюсь, что нас выйдет. Так, хоречку накинул урончик. Еще раз урончик. Но и хп вовсе нету, друзья. Просто хп. Ой, хорошо попал, красивенько. Так, хопперку, к сожалению, не зарядил. 43 килла лишь. Так, хоппер еще за мной. Оп, хорошо, хоппера добиваю. Можно еще громика, наверное. Или смогу подамажить вот таким образом. Аптечку халявную подобрать. Оверка, кстати, по-моему, да, почти не падает. Даже зоны выпадения овердрайва нету. Просто представляете, сколько я прожил. Мне кажется, секунд 40, если не минуту всю. И при этом у меня все равно овердрайв не накопился. Но вот с овердрайвиком, конечно, в этом режимчике на Джиггернауте беда. 690 очков, 46 киллов, 17 смертей, 271 УП. Мне кажется, неплохой, как я ранее говорил, вариант просто поиграть и без какой-либо дополнительной траты ресурсов. Но если вы игроки, которые, как и я, любители в этих форматах, очень даже много жить, при этом уничтожая противника, отправляя всех на РСП, то этого, к сожалению, не выйдет делать. Либо же придется очень даже сильно в этом случае постараться, возможно, даже играя каких-нибудь группах. То есть группа, возможно, ребята тогда смогут вам помогать и тогда что-то да и получится. Поэтому, друзья, не забывайте свою очередь обязательно делиться своими впечатлениями в комментариях, также поддерживайте ролик лайком, ну и заодно, если впервые на канале, подписываться и прожимать колокольчики. Ну а с вами был Immortal Hero, желаю всем хорошего дня, ну и до скорых встреч.